рабочего дня свернул в Чихану. Ничего не хочу, лишь только сесть к столу. Восточный колорит, приятный аромат, колено специй, запах тут гостеприимный климат. Я как всегда всем рад, беру меню, не туплю, нацелен на релакс. На подушке прохожу, как и мир возлежу, за малышкой гляжу, идут минуты за минутой, жду свой плод. Тут для шампуса до дома султан Сулейман, Искандер, Тамерлан, Каурма и нежный шаш. Вкусов лучших влаж себе не унять. Очень плотненько поесть, как пустится сплят. Вандел лимит, казах спортит, слюна отделение нереально больше. Братва уже мчит, во мне молчит, ожидание оставления близки. Вот уже несут, начни с весной поездки. Очков еще нет таких же. Чайхана, папарацци крутан, это чайхана. Теплота в желудке, тоже чайхана. После сладкого кальян релакс, чайхана. И на дорожку я люблю чайхана. Кокшурпу закажу, лагман, сыровшан, чуть варанами не взгляну. Остроты жжения, мясо на губах, вкус. Остановиться не могу, сейчас все схочу. Еще хочу, сам сухарчо и очичук. Желудок переполнен, стал как мячик каучук. Сижу, молчу, пошевелиться не могу. Принесите мне меню сладкое, нет слов. Чайхана, Даня Добрый, Иван и Мурланский.